Для начинающих предпринимателей первое, с чем нужно определиться, это бизнес-идея. Пока нет идеи, не может быть и самого бизнеса. Но для новичка найти подходящую идею может быть стать непосильной задачей. После того, как выбор состоялся, возникает ряд трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели. Это и аренда помещений, и страхование, и нормативные документы. Clarity дает каждому, кто занимается предпринимателем, возможность сделать свой бизнес лучше. Этот проект даст контроль над деньгами, которые они зарабатывают. Clarity представляет собой единую платформу, где владельцы малого бизнеса могут надежно хранить все свои финансовые и бизнес-данные, такие как контракты сотрудников, договоры банковского кредита, детали страхования, отчеты о здоровье и безопасности и так далее. На самом деле любой бизнес-документ может быть сохранен в системе. Clarity запускает проект на основе блокчейн. Благодаря этой технологии исключается любое мошенничество, все анонимно, прозрачно, транзакции мгновенно. Основные моменты платформы позволяют владельцам бизнеса быстро получать важную информацию. Профессиональные, высококачественные услуги доступны по доступной цене. Разработаны с нуля доступ к своим важным данным, где бы вы ни находились. Уникальные функции экономии времени, встроенные в платформу, позволяют вам рационально распределить время для более важных вещей в жизни. Каждая компания для продвижения проекта запускает ICO. Clarity не является исключением и тем самым популяризирует еще больше криптовалюты, условия первичного размещения монет. ICO проводится с 29 сентября 2016 года по 3 февраля 2019 года. Над проектом работает команда профессионалов, которая дает уверенности в успешном его завершении. Clarity – это место, где каждый сможет почувствовать себя частью общества.